Вы не против, если я к вам подсяду? Вы всемирно известный детектив Эркюль Пуаро. Защитник невиновных. Так вас называют в газетах? А вы невиновны? А вы забавны. Один из пассажиров мертв. Его убили. Убийца находится в поезде среди нас. И все вы под подозрением. Что ж, надо найти убийцу. В моем купе ночью рылся какой-то мужчина. Вы уверены, что именно мужчина? Я знаю, что такое мужчина в спальне. Что вы знали о покойном? Не надо ее впутывать. У него были враги? Множество. Настоящий убийца здесь. Это кто-то из вас. Вокруг одна сплошная ложь. Я лягу спать здесь, чтобы все видели меня. И чтобы я всех видела. Кто держал в руке нож? Никому не доверяйте. Никому.